He's exactly like the Father. Он точно такой же, как его отец. That's what it says in the Bible. Это сказано в Библии. Colossians 1:15. Колоссянам 1 глава 15 стих. Says Christ is express image of the invisible God. Сказано, что Иисус это образ невидимого Бога. What does invisible mean? Что значит невидимый? You can't see it. Ты не можешь видеть. But so you can. We want you to see Jesus. Но мы хотим увидеть Иисуса. Yeah. Да? He's wonderful. Потому что он прекрасный. You believe he's wonderful? Вы верите, что он прекрасный? Oh, he's wonderful. О, он прекрасный. Thanks for translating. Спасибо за то, что переводишь. We've had a good time. У нас тут хорошее время с тобой. I enjoy preaching. Мне очень нравится проповедовать. I enjoy talking about Jesus. Я люблю говорить об Иисусе. We should talk more about him. Нам нужно говорить о нем больше. It says in the book of Psalms. В книге Псалмов сказано. It says one generation will talk about God's mighty works to the next one. Сказано, что одно поколение будет передавать знания о его великих делах другому поколению. I want to talk to you about resurrection power. Я хотел бы говорить с вами о силе воскресения. About people coming back to life. О том, как люди могут возвращаться к жизни снова. I'm here to tell you Jesus still does that today. И я здесь для того, чтобы сказать вам, что Иисус и сегодня делает это. He still raises the dead. Он до сих пор воскрешает мертвых. Yes, he does. Да, он это делает. He still does miracles. Он до сих пор делает чудеса. And so I'm going to talk to you about seeing the dead raised. Я бы хотел рассказать вам о том, что я видел, как воскрешали мертвые. If God is still doing it, I want to see it, don't you? И если Бог до сих пор это делает, я хочу это видеть. А вы? I want to see what he's doing. Я хочу видеть то, что он делает. I don't want him doing anything without me. Я не хочу, чтобы он что-то делал без меня. And so we're going to talk about raising the dead. Поэтому мы поговорим о том, как воскресают мертвые. One of the first things we need to realize. Первое, что нам нужно понимать. We can't, что мы не можем, but God can. Но Бог может. We're just a vessel. Мы просто сосуды. He's the one that gives us the power. А он тот, кто дает нам силу. But he wants to do it. Но он действительно хочет это делать. I'll tell you about the first person I saw raised from the dead. Я расскажу вам про первого человека, которого я увидел воскрешенным. It was an accident. Это было случайно. I wasn't looking for it. Я не искал, чтобы это произошло. It surprised me. Это удивило самого меня. It shocked me. Это шокировало самого меня. It scared me. Это испугало меня. You want to hear about it? Хотите об этом услышать? Okay, here we go. Хорошо, вот мы вам расскажем. I used to go to convalescent homes where old people live and preach to them. Я ездил в хоспис, где люди живут. Old folks' homes. I don't know. They call them convalescent homes where old people go. Дом престарелых, где живут взрослые, пожилые люди. Yeah, I would go and preach there. Я поехал туда проповедовать. Because they're wonderful, wonderful people. Потому что это прекрасные, прекрасные люди. They used to be like we are. И они были такие, как мы. Their eyes were bright and their hands were strong. Их глаза яснее видели, их руки были сильнее. But now most of them are feeble and old. Сейчас они слабенькие и старые. So I'd go there and preach. И я поехал туда проповедовать к таким людям. That would be a good thing for you to do. И вы тоже так можете делать. Go read the Bible to these old people. Поедьте и прочитайте Библию этим людям. Stroke them on the head. Просто погладьте им голову. Have prayer with them. Просто помолитесь с ними. So I'm there. I've been preaching there a lot. И вот я проповедовал там много. I go there one day. И однажды я туда поехал. There's a vehicle out where you take bodies out from dead people. И там стояла машина, которая привозит вот мертвые тела. It's out in the parking lot. Она стояла на парковке. I come into the nursing home. Я подошел к этому вот дому медсестры. The nurses greet me. Медсестра встретила меня. They say, "Oh, Miss Shamblin has died." Она сказала, "О, миссис Шемблин умерла." A little bitty lady who I knew. Такая маленькая женщинка, я ее знал. She had died during the night. И она умерла вот в ту ночь. All the family was back in the room. И вся семья собралась в комнате. So the nurses said. И медсестра сказала. Would you please go back there and say a prayer? Можешь, пожалуйста, пойти там помолиться с ними? I said yes. Я говорю, хорошо. So I go back to the room. Поэтому я вошел туда в комнату. All the family's there. Там вся семья была.
Miss Shamlin's son was 72 years old. І сину міс Шемлен було 72 года. So she was real old. Поэтому она действительно была старая. Her son never liked me very well. А её сын не очень-то меня любил. But there everybody's crying. Но там все плакали. I'm just weeping and weeping. Знаете, там плакали, рыдали. So I'm there to pray. А я вот осмелился помолиться. Over there's the bed. И вот там кровать была её. In the bed there's some little humps in the sheet. На кровати там постель была. The sheet. It's Miss Ada and she's dead. И понятно было, что она умерла. So I didn't want to pray over a hump in the sheet. Я не хотел молиться просто за простынь. I uncovered her. Я её открыл. I pulled the sheet back. Отодвинул так простынь. Oh, I thought I should have left her covered. И думал, нет, зря это сделал, лучше бы она покрытая была. She's real blue and gray. Она действительно была такая голубая, серая. Not a tooth in her head. У неё зубов не было. Something's drained out the side of her mouth. Что-то с неё текло тут на эту сторону. And she's stiff. И она вот так замерла в одной позе. I thought I should cover her back up. Я думаю, нужно её снова прикрыть обратно. But I didn't want to do that. All the people are crying. Но уже не хотел этого делать, потому что все плакали там. So here's what happened. И вот что произошло. I was not expecting it. Этого я не ожидал. It took me by total surprise. Это меня самого шокировало. I leaned over the body. Я так склонился над её телом. I closed my eyes. Закрыл свои глаза. And I said this prayer. Я сказал такую молитву. Lord Jesus. Господь Иисус. I want to thank you. Я хочу поблагодарить тебя. For the life of Miss Ada. За жизнь мисс Эйден. Ooh, when I mix those two words together. Когда я совместил эти два слова, поставил их рядом. The life of Miss Ada. Жизнь мисс Эда. She resurrected from the dead. Она воскресла из мёртвых. She jumped up. Она выпрыгнула. Grabbed me by the face. Схватила меня за лицо. Pulled my face down to hers. Притянула прямо к её лицу. And started prophesying. И начала пророчествовать. Yeah, listen. Послушайте. Yes. Да. Woo. I couldn't get away from her. She Я не мог выцепиться из неё, она так меня схватила сильно. When she turned me loose. И когда она меня всё-таки отпустила. Everyone in that room was screaming. Все орали в комнате. Me too. Я тоже орал. Yeah. That's the first person I saw raised from the dead. Это самый первый человек, которого я видел, что он воскрес. She lived for months and months. Она ещё месяца жила. I was afraid of her, you know. Я очень боялся её. But you know. So took me by surprise. И вот такой сюрприз меня постиг. But I saw that God would resurrect the dead. Но я увидел, что Бог может воскрешать из мёртвых. Pretty wild, isn't it? Это такое дикое событие. So I want to talk to you about how you raise the dead. Я хотел бы поговорить, как вы можете воскрешать мёртвых. Let's look how Jesus did it. You want to? Давайте посмотрим, как это делал Иисус. Хотите? In the Gospel of John. В послании Иоанна. John chapter 11. Иоанна 11 глава. We hear the story about Jesus and Lazarus. Мы слышим и узнаем эту историю про Иисуса и Лазаря. Jesus says to his disciples once. Иисус однажды сказал своим ученикам. Our friend Lazarus is sick. Что наш друг Лазарь, он болен. But instead of going to heal him, he let him die. Но вместо того, чтобы пойти и исцелить его, Иисус позволил ему умереть. And so now he says, let's go to where Lazarus is. И вот в тот момент он говорит: "Ну давайте теперь пойдём к Лазарю". So this is Jesus is coming into the city where Lazarus was buried. И вот Иисус идёт в тот город, где был похоронен, погребён Лазарь. It says in verse 20. И сказано в 20-м стихе. When Martha heard that Jesus was coming, she went to meet him while he was still remaining. Mary was sitting there. Martha goes to run see Jesus. Going, oh, if you'd have been here, my brother wouldn't have died. Когда Марфа услышала, что пришел Иисус, она пошла встретить его, а Мария осталась дома. Wow. Let me tell you about Jesus. Давайте я вам скажу об Иисусе. He's always on time. Он всегда приходит вовремя. He's never late. Он никогда не опаздывает. His plans are better than our plans. Его планы лучше, чем наши. So, watch this. Вот смотрите, что здесь. Verse 21, Martha said to Jesus, Master, if you'd been here, my brother would not have died. В
21 стих. Господи, сказала Марфа Иисусу, если бы ты был здесь, то мой брат не умер бы. Verse 22, and even now I know that whatever you ask God, he will grant that to you. 22. Но я знаю, что Бог и сейчас даст тебе, что бы ты ни попросил. Verse 23, Jesus says to her, your brother shall rise again. И в 23-м Иисус отвечает ей, твой брат воскреснет. Martha replied, I know that he will rise again in the resurrection at the last day. Марфа отвечает, я знаю, что он воскреснет в день воскресения, в последний день. I like what he says in verse 25. И мне нравится, что он говорит в 25-м стихе. Jesus said to her, Иисус сказал ей, I am myself the resurrection and the life. Я сам являюсь воскресением и жизнью. So we go to the tomb where Lazarus is. Поэтому они подошли к гробнице, где был похоронен Лазарь. And look what Jesus says. Смотрите, что говорит Иисус. There's a great big rock in front of the grave. Там большой камень возле этой гробницы. And Jesus says, "Roll away the stone." Иисус говорит: "Откатите камень." What do the people say? Что люди тогда ему сказали? No. Not now. Нет, нет, не сейчас. It's too late. Слишком поздно. It's been 4 days. Уже 4 дня. By now he stinks. А сейчас он уже там воняет. Well, there they are accusing Jesus of being too late again. Они снова обвинили Иисуса в том, что он слишком поздно пришел. But notice what Jesus says. Но посмотрите, что Иисус говорит. He said, "No, roll away the stone." Он говорит: "Нет, откатите камень." I suggest there's stones today that needs to be rolled away. Я предполагаю, что тогда камни откатывали, то есть они были круглые. If we're going to see the supernatural power of God. И чтобы увидеть сверхъестественную силу Бога. Wonder what stone would need to be rolled away. Неважно, какой камень должен был быть отодвинут. The number one stone keeping the church from beholding the resurrection power of Jesus Christ is this. Самый первый камень, который мешает нам увидеть силу воскресения, которая есть у Иисуса, это tradition. Традиции. Tradition. Teaching for commandments the traditions of men and making the word of God of none effect. Традиции, они убирают эффект со слова Бога. Do you have some stones you need to roll away? У вас тоже есть такие камни, которые нужно отодвинуть? Some things in your life that's keeping you from seeing the power of God? Что-то в вашей жизни, что мешает вам увидеть силу Бога. So Jesus said, "Roll away the stone." Иисус говорит: "Откатите камень." There stands Jesus at the mouth of the grave of Lazarus. И они стоят вот у этого входа в гробницу Лазаря. It says in your Bible. И в вашей Библии написано. Jesus lifted up his voice to a shout. Что Иисус возвысил голос и начал кричать. Он воскликнул и сказал: "Lazarus! Лазарь! Come forth!" Выходи. Wow. See, if he had not called Lazarus, every dead saint would have come. Видите, если бы он не назвал имя Лазаря, то всякий мертвый мог бы выйти. That's true. Это правда. One day he'll call your name. Однажды он назовет твое имя. And you'll come forth. И ты выйдешь. I'm telling you, that's true. Я вам говорю, это истина. Лазарь, come forth. Выходи. Wow. Wow. Don't you know people that are going, will it work? Видите, люди подумали, сработает ли это? Does he really have power to do it? Что серьезно, у Иисуса есть сила, чтобы воскресить его? I hear something from the damp, dark grave. И стало что-то слышно там глубоко в пещере. It's Lazarus. Это Лазарь. He's hopping to the light. Он подпрыгнул к этому свету, начал прыгать в эту сторону. Scripture said he's still bound in grave cloth. Писание говорит, что он все-таки был обвязан в одежду, в ткань. Got a grave napkin over his face. У него была такая повязка на лице. And Jesus says, Иисус говорит, loose him and let him go. Освободите его, и пусть он идет. Wow. Wow. There's a great verse there in John 11:40. Есть прекрасный стих в Иоанна 11:40. Because skepticism says to people today. Потому что скептицизм говорит людям сегодня. We're in an enlightened day. People don't believe in miracles anymore. Мы в таких днях, что люди больше уже не верят в чудеса. And here's what skepticism literally says. А вот что скептицизм по-настоящему говорит. Don't believe it till you see it. Не верь этому, пока ты не увидишь. Don't believe it till you see it. Не верь
пока ты не увидишь. Totally opposite of what Jesus teaches. И это совершенно наоборот и противоположно тому, что говорит Иисус. Look, I put a little star by mine. Смотри, у меня тут звездочка возле этого стиха. Look what it says. Посмотри, что сказано здесь. Jesus said to her. Иисус сказал ей. Did I not say to you and promise you? Разве не сказал я тебе? That if you would believe, you would see the power of God. Что если ты будешь верить, то ты увидишь Божью силу. Skepticism says, don't believe it till you see it. Jesus said, believe it in order to see it. Скептицизм говорит, не верь, пока ты не увидишь. А Слово Божье говорит, поверь, и ты увидишь. So, I want us to see miracles, don't you? Я хочу, чтобы мы видели чудеса. А вы? We're going to talk about some people that have been raised from the dead. И мы поговорим о некоторых людях, которые были воскрешены из мертвых. Here's one. Вот один человек. A friend of mine. Это мой друг. The Lord said to him. Господь сказал ему. I want you to raise the dead. Я хочу, чтобы ты воскрешал мертвых. He said, I don't know how. Он сказал, я не знаю, как это делать. The Lord said. Господь сказал ему. You start by getting around a dead person. Начинай просто подходить к мертвым людям. That's true. Это правда. If you're going to raise the dead, you need to be around a dead person. Если вы хотите воскрешать мертвых, вам нужно быть рядом с мертвым. So this person, поэтому этот человек, somehow gets clearance to go into a morgue. Каким-то образом пошел в морг. You have to get clearance to do it. You can't just barge in. У вас должно быть откровение, чтобы это делать. Вы просто так туда не пойдете. Somehow he got clearance to go into a morgue. Вот как-то так он получил откровение, чтобы сделать это. They pull out a drawer. Они вытянули тележку. There's a young person dead. И там был мертвый молодой человек. So my friends are to raise the person from the dead. И мой друг попытался воскресить его. He said, I got down on my knees. Он сказал, я встал на колени. And there's the stretcher with the dead person. Это где-то было на том же уровне, где лежал этот мертвый человек. Let's listen to his prayer. Давайте послушаем его молитву. О, Lord! О, Господь! I don't know what to do. Я не знаю, что делать. О, Lord! О, Господь! I don't know what to do. Я не знаю, что делать. The Lord said, lay hands on them. Господь сказал, возложи руки на него. So he's kneeling down. Поэтому он склонился. He's feeling around. Он склонился. He finally gets under some cover things. И наконец-то он там что-то. He said, Bobby, I found a hand. Он сказал, Бобби, я нашел там руку. It was colder than a frozen fish. Она была настолько холодная, холоднее замороженной рыбы. So he's around a dead person. И вот он рядом с мертвым человеком. He's laying hands on him. И он возлагает руки на него. He's still, let's listen to his prayer. И все еще слушайте его молитву. О, Бог! I don't know what to do. Я не знаю, что делать. Oh, Jesus. О, Иисус! Oh, Jesus. О, Иисус! Here's what he told me happened. И вот что произошло. He said, all of a sudden, он сказал, внезапно, I realized the hand I had my hand on, я понял, что та рука, на которой лежит моя рука, was warm, стала теплой. Pulled its hand out from under his and started comforting him. И кто-то начал похлопывать его по руке и утешать его. Started comforting him. Стал утешать его. Isn't that amazing? Разве классно это, правда? I don't have all the statistics of this story I'm going to tell you, but it's true. У меня нет всей статистики о том, как это происходило, но это правда. I'll relate the story. I'll tell you the story. Еще историю расскажу. There was this young black man got killed in a car wreck. Один молодой человек, который был темнокожим, был убит в машине. Yeah, he's at the morgue. И он тогда находился в морге. In the hospital, already pronounced dead. В больнице его объявили мертвым. So the police. И полиция. Are trying to notify his mother. Пыталась сообщить это его матери. So. И вот. They call the mother. Они позвонили маме. They're trying to break the news to her that her son's been killed. Пытались рассказать ей новость о том, что ее сына убили. The mother is a believer. А мама была верующей. A spirit-filled believer. Духом наполненная верующая. Now, I wasn't in this room, but I heard the story. Я не был тогда там, когда рассказывали, но я услышал саму историю. Here's what happened. Вот что произошло. The police called the lady. Полиция позвонила этой леди. Ring. Hello? Звонок. Алло. Is this Mrs. So and so so and so? Это вот миссис такая-то такая-то. Why, yes, it is. Да, это я.
We have tragic news. У нас трагічні новини. Your son has been killed in an automobile accident. Вашого сина, він погиб в автомобілі. The body is at the hospital. Can you please come and claim it? Його тіло знаходиться в больниці. Можете ли ви приїхати і опознати його? Can you imagine the shock? Можете представити этот шок? Guess what the mother said? Угадайте, що відповіла мама? Give that boy the phone. Вона сказала: "Дайте трубку моєму сину". That's what she said. Это то, що вона сказала. The policeman said, "No, ma'am." Поліція сказала: "Как бы, простите, леди. I'm sorry you misunderstood." Ми думаємо, ви неправильно поняли. He's deceased. Он уже разлагается. She says again. Он умер. Give that boy the phone. Она снова говорит: "Дайте моему мальчику трубку." Just to kind of comfort the mother. Просто чтобы успокоить маму. The police puts the phone down by the son. Полицейский поднёс трубку к сыну. Here's what the mother said. И вот что мать сказала. She called the boy's name. Она назвала имя мальчика. Says, "You can't die." И сказала: "Ты что, умираешь? God's got plans for you. У Бога планы на тебя. You get up from there. Вставай из мёртвых. You're not dead. Ты не мёртвый." And this guy stands, sets up. И этот парень встаёт, садится. His mother resurrected him over the phone. Его мама воскресила его через телефон. Now listen. Слушайте. That's pretty amazing. Это действительно здорово. Yes. Да. Wow. Wow. I pray over handkerchiefs every once in a while, pieces of cloth. Я молюсь за части ткани или за платочки. Yeah. The Bible said they took off the body of Paul, aprons and handkerchiefs. В Библии сказано, что Петр молился за платки. Anything that had touched his skin. Все, что касалось его кожи, его тела. They would send him out to the sick, and the sick would get well. И они посылали эти платки тем, кто был болен, и они выздоравливали. Hebrews 13:8 says Jesus is the same yesterday, this day, and forever. И в Евреям 13:8 сказано, что Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. I'll tell you about the first handkerchief I ever prayed over. Я расскажу про первый платочек, за который я молился. A Baptist preacher. Я проповедовал. They don't train you to pray over handkerchiefs. Когда тебя учат проповедовать, тебя не учат молиться за платочки. A lady in our church. И одна леди в нашей церкви. Miss Nanette, that was her name, Nanette. Ее зовут Нанет. She calls my home once. Она позвонила мне домой однажды. She says, "Pastor." Сказала: "Пастор." I want you to pray over a handkerchief. Я хочу, чтобы ты помолился за платочек. My brother is in California. Мой брат находится сейчас в Калифорнии. He's in a coma. Он в коме. They say he will not live. И ему сказали, что он больше не будет жить. He's not a believer. Он неверующий. I'm going to fly out there. Я полечу туда. I want you to pray over a handkerchief. И я хочу, чтобы ты помолился за платок. I had never prayed over a handkerchief in my life. Я никогда не молился за платочки в своей жизни тогда. So I was going to say, "No, I don't do that." И тогда говорю: "Нет, я этого не делаю." But I said, "Yes, I will." Я хотел бы сказать, что я этого не сделаю, но я сказал: "Я это сделаю." So I said to my wife. Поэтому я сказал своей жене: "I need a handkerchief." Мне нужен платочек. I'm going to pray over a handkerchief. Я помолюсь за него. And give it to Nanette. И дам Нанет. My wife said, "Okay." Моя жена сказала: "Хорошо." She goes and gets a handkerchief. Она идет, находит платочек. Just a plain white handkerchief. Просто беленький, ровненький платочек. First one I've ever prayed over in my life. И это был первый, за который я молился в своей жизни. I've got it in my hand. У меня вот в руке он. I've got it on the steering wheel. Я на руле его держу. We're driving out to Nanette's house. И мы едем в дом к Нанет. I said, "Lord." Я говорю: "Господь." I'm praying over this handkerchief. Я молюсь за этот платочек. Nanette's going to carry this handkerchief with her. Нанет повезёт его с собой. Touch this. Коснись этого. When I said that, когда я сказала это, this handkerchief got so hot you barely could hold it. Этот платочек стал таким горячим, что я не мог его держать. I said to my wife, "Feel of this." И я говорю жене: "Потрогай." She goes, "Wow, that is hot." Она говорит: "О, очень горячий." I get to Nanette's house. Мы поехали в дом к Нанет. I said, "Here." Я говорю: "Вот." She gets her daughter Karen. У нее есть дочь Кэрен. They go to the airport. И они с дочерью идут в аэропорт. They fly from Tyler, Texas, to
California. Летят из Тайлера, Техаса в Калифорнию. They get to the hospital. Они приезжают в больницу. They go into intensive care. Они приходят там, где интенсивная терапия. I was not with them, but she wouldn't lie to me. Я не был с ними, но они бы мне не соврали. There her brother is. И вот и брат ее. In a coma. В коме. On a life support system. Его поддерживала машина уже. So she takes the handkerchief. Он берет, она берет платочек. Unfolds it. Разворачивает. And puts it on his chest. И ложит на его грудь. When she does that, и когда она это сделала, he starts vibrating. Он начал вибрировать вот так. Buttons are going off, buzzers are going off. Начали, сигнализация сработала. The doctors come running in. Доктора вбежали в палату. Nine, go away! Говорят, нет, нет, не делай этого, уходи. So they put Karen and Nanette out. Поэтому они попросили выйти, Карен и Нанет. Now, I wasn't there. Я там не был. I don't think they would lie to me for nothing. Я думаю, что они бы мне не соврали. Here's what they said. Вот что они сказали. When they got to go back in for visitation, когда они снова еще поехали посещать его, she said, Bobby, I'll pull the curtain back. Она сказала, Бобби, я открыла эту занавеску. There sat my brother on the edge of the bed watching a Billy Graham program and had given his heart to Jesus Christ. И там сидел мой брат, он сидел на краю кровати, смотрел программу Билли Грэма и отдавал свою жизнь Иисусу. Yes. Да. See, now that's good. Видите, это хорошо. Yeah. Okay. Here's one. Вот еще. You want to hear another one? Хотите еще услышать? See, if God did it then, He can do it now. Видите, если Господь сделал это тогда, Он может сделать это сейчас. Okay, here's one about my own mother. Вот, о моей родной маме. I'm preaching in a civic center in an auditorium. Я проповедовал на большой аудитории civic center. Just a crowd of people. Там была толпа людей. I had an associate, the guy that helped me, Joe Davila. И Джон Девелла, он меня позвал туда. He was standing over there in one of the exits. Он стоял у выхода. I'm preaching. Я проповедую. And I noticed Joe over there, and he was going. Я вижу, что он мне так подзывает меня. There's tons of people out here. А там просто были куча людей, масса людей. No, come here, Joe. И я говорю, так иди сюда. Joe walked out there. Подходит Джо. He handed me a note. И дает мне записочку. The note reads, и там написано, your mother has been carried to the hospital. She's critically ill. If you don't go now, she'll be dead time you get there. Твою маму забирают в больницу. Она критически, в критическом состоянии. Если ты не поедешь сейчас, она может умереть. So I said, God, what do you want me to do? Я спросил Бога, Бог, что ты хочешь, чтобы я сделал? He said, I want you to preach. Он сказал, я хочу, чтобы ты продолжал проповедовать. We preached the service, я проповедовал на этом собрании. Finished the ministry time, закончил это время служения. My wife and I get in the car, моя жена и я, мы садимся в машину. We drive several cities over, и едем вот через несколько городов. Find the hospital where my mother's at, находим ту больницу, где моя мама находится. We get out of the car and we're going into the hospital. Выходим из машины, входим в больницу. Intensive care ward. И там... палатки интенсивной. I'm just about to pull the door open. Я только хочу открыть дверь. Out walks a doctor. И там выходит доктор оттуда. With my sister. С моей сестрой. And here's what the doctor said. И вот что говорит доктор. Now listen to me. Послушайте. He didn't say, "Oh, Bobby, we're so sorry." Он не сказал, "О, Бобби, нам так жаль." He didn't say, "We did everything we could." Он не сказал, что мы хотели сделать все, что могли, мы сделали все, что могли. Here's the first words out of the doctor's mouth. Первое, что сказал доктор. Well, you're too late. Your mother's dead. Видишь, ты слишком поздно, твоя мама умерла. That's what he said. Вот что он сказал. Well, you're too late. Your mother's dead. Ты слишком поздно приехал, твоя мама уже умерла. So I take my sister. Я взял свою сестру. I'm trying to comfort her. Пытался утешить ее. There's a door between where my mother is. I can see her in there on a gurney. И там была дверь, но я мог видеть, там свою маму, она лежала там. She's got tubes in her mouth. Трубки были в ее рту. All kind of machines hooked to her. Она была подсоединена к машинам разным аппаратам. Here's what the doctor said. I've been there less than a minute. И вот что сказал доктор. Я был там меньше минуты. He says your mother has respiratory. Он сказал, что твоя мама сделала вздох. But that's not her breathing. That's the machine because she's dead. Но это не ее вздох. Это из-за того, что она подключена к аппаратам. He says your mother has a heartbeat.
Он сказал, что твоей маме вернулось сердцебиение. But that's not her heart beating. Но это не ее сердцебиение. That's the machine. Это из-за того, что машина, аппарат работает. Because she's dead. Потому что она уже мертва. See, I've been there less than 2 minutes, and 3 times he's told me she's dead. Я был меньше 2 минут, а уже мне 3 раза сказали, что она умерла. Here's his final statement. И вот что самое последнее утверждение, которое он мне говорит. What you will do? И что ты должен сделать? Is leave her on the machine for 2 hours. Оставь ее еще 2 часа, подключенная к аппаратам. That'll give you time. Это даст тебе время. To call the mortuary. Чтобы ты позвонил. To come retrieve the body. Чтобы могли уже приехать и забирать тело. So I said to him. Я ответил ему. That's what you say. Это то, что ты говоришь. Let's see what Jesus will say. Давайте посмотрим и узнаем, что Иисус говорит. So here's what I said. И вот что я сказал. I said, Lord, я сказал, Господь, I pray your perfect will be done with my mother. Я прошу, чтобы твоя совершенная воля исполнилась в жизни моей мамы. When I said that, когда я сказал это, my mother starts flouncing on that gurney. Моя мама начала также вибрировать и подпрыгивать на это. Buzzers are going off. Снова сигнализация. Scared the spit out of that doctor. Очень испугала этого доктора. Go away, go away. Он опять сказал: "Уходи, уходи". Put me and my sister out. И они убрали нас из комнаты, меня и мою сестру. We spent the night in the hospital waiting room. Мы провели в комнате ожидания в больнице целую ночь. I believe we could go back in that 8 o'clock, maybe 10 o'clock. Мы где-то могли 8 или 10 утра уже вернуться к ней. Stayed all night. Мы ждали всю ночь. In the emergency room. В комнате ожидания. Finally gets time to go in to see. И вот снова, и вот наконец-то время, когда мы можем пойти и увидеть ее. We go in to see my mother. Мы идем увидеть свою маму. She's sitting up on the side of the bed. Она сидит на кровати. All the hoses are undone. У нее все убраны трубки. The machine's unplugged. Все аппараты выключены, отсоединены. All the wires are out of her. Все шнуры, которые там у нее были подключены. Она трубки вытянула из своего горла. Я говорю моей маме. Did the doctor take you off the machine? Это доктора у тебя убрали, уже сняли с аппарата все. My mother took herself off the machine. Моя мама сама все сняла. Yes. Да. Took herself off the machine. Она сама отключила себя от аппаратов. The doctor walked in. Входит доктор. Said to my mother. И говорит моей маме. Go home. Иди домой. Send her home. И послал ее домой. Wow. Wow. Let's talk about that. Давайте об этом говорить. So I had never died before. Видите, я не умирал раньше. Have you? А вы умирали? So I was interested in how it was to die. И мне вот было интересно, как это умереть, вот что это такое. So I knew my mother would tell me the truth about it. И я знал, что моя мама, она мне расскажет по-настоящему, как это было. She had never read one of those afterlife books, you know. Она никогда не читала эти книги о том, как люди возвращались после смерти. My mother was about your size, a little shorter, maybe. Моя мама вот такая же низенькая, как ты, немножко даже может ниже. So I said to my mother. И я говорю моей маме. How was it? Как это было? Oh, she was excited. И она была так рада. She pushed me on the arm. Она мне вот так вот подтолкнула. I was not one bit afraid. Она говорит, я совсем не боялась. I was here one moment. Я была один момент вот здесь. I was with him the next. И моментально была там. And my mother described heaven. И моя мама описала небеса. Oh, you've never heard anything like it. О, вы такого еще не слышали. Never had read one of those books. Она никогда не читала такие книги, где там это все описывается. She was a Christian, but not religious. You know? Она была христианкой, но она не была такой религиозной христианкой. So I said, "How was it?" Поэтому я спросила, как там. She said, "Wonderful." Она говорит, прекрасно. She said, "I went up through a tube of light." Она говорит, я в эту трубку жизни была протянута. I was put into a room full of light. И моментально оказалась в комнате полной света. She said it was not light like we know. И она говорит, что свет там был не такой, каким мы знакомы. Он был живой. It was living light. Это был живой свет. Living and moving. Живой и двигающийся. She said the Lord was there. Она сказала, Господь был там. She said he looked wonderful. Он сказал, что он великолепно выглядел.
She said there was curtains. Сказала, що там була занавіс. But not curtains like we know. Но не така, яку ми знаємо. There were strands of living light moving like this. На этой занавеске був живий світ, і він двигався от таким образом. She said the Lord said to her. І вона сказала, що Господь сказав їй. Do you want to see through the curtains? Хочеш посмотреть туда за занавеску? She said yes, Lord. Вона сказала, да, Господь. She told me the Lord ran his arm through the curtains. І вона сказала, що Господь так протягнув руку через занавес. Pull the curtains back up. She said, "Bobby, I could see for all eternity." І вона сказала, Бобі, я видела всю вечность. Every kind of living creature you could imagine. Любое живое существо, которое ты только можешь вообразить себе. Every blade of grass. Трава. Every flower. Цветочек. Moving in harmony. Все это двигалось гармонично, поклоняясь Господу. Wow. Wow. She said, then the Lord turned to her and said, the next time you come, you get to stay. В следующий раз, когда ты придешь сюда, тебе уже нужно будет остаться. She was back in her body. И она снова была возвращена в свое тело. That's pretty amazing. Это здорово. Have you figured it out? Вы поняли вообще, о чем речь? None of us get out of this alive. Никто из нас не может увидеть этого, пока мы живы здесь на земле. It's appointed that a man wants to die, and after this, a judgment. Назначено человеку однажды умереть, и тогда будет суд. Are you absolutely sure if your heart stopped, you'd go to heaven? Вы уверены, что если ваше сердце остановится, то вы пойдете на небеса? Listen to this. Послушайте. You're one of those away from eternity. Вы вот столько времени, вы на таком расстоянии от вечности. Can you feel that? Вы можете почувствовать. You're one of those away from eternity. One heartbeat away. Вы один удар от вечности. Once your heart stops. И когда ваше сердце остановится. No second chance. Не будет второго шанса. Heaven or hell, isn't it? Это будет выбор либо небеса, либо ад. It says, choose this day whom you'll serve. Сказано, что выберите того, кому вы будете служить. So, the Lord resurrected my mother. Видите, Господь воскресил мою маму. We talked about it a lot. И мы говорим об этом много. Enjoyed her. Рассказываем. Then she gets sick and... Well, let me tell you another story in the middle of that one, okay? Давайте еще посреди вот этой истории я еще одну расскажу. My mother got a hole in her tummy. У моей мамы была дырка, какое-то отверстие в ее животе. In the inside of her stomach. Внутри ее желудка. A hole got in her stomach. Дыра у нее была. When she would eat, food would get inside of her. И когда она кушала, там была еда. Very dangerous. И там было очень опасно. It would make infection. Что там могла занестись инфекция. So they carried my mother back to the doctor. И они привели мою маму к доктору. They spray some stuff in her throat. Они ей попшикали в рот. And she swallows a camera. И она глотала камеру. On a little bitty wire, a camera. Такую малюсенькую камеру. So there's my mother. И вот моя мама. She's in a chair, laid back like this. Она отклонилась и сидит в кресле. There's the doctor with a joystick running the camera. И стоит доктор и джойстиком управляет камерой. Here's a television monitor. И вот монитор телевизора. Living color, beautiful. Color television. Очень красивый цветной телевизор. So the guy's rotating the camera around. И этот парень, он двигал это джойстиком. It finds the hole. You can see it on the camera. И он нашел эту дыру прямо вот и видно было на камере. It was a little bit bigger than a golf ball. Она чуть-чуть больше была, чем мячик для гольфа. So my mother, she's got this camera down in her. И моя мама вот там камера у нее вот в глотке. И она начинает говорить. So I said to my wife. Я говорю моей жене. She must be hurting. Наверное, ей больно. So I go over there to comfort her. И я так подошел утешить ее. I'm thinking, oh, the camera's hurting her. И я думал, что камера может ей там больно делает. I'm trying to comfort her. Я пытаюсь ее утешить. She starts digging in my pocket. Она начинает ковыряться в моем кармане. She pulls out a handkerchief. Достает платочек. Puts it on her stomach just like this. So help me God. Поверьте мне. The hole starts growing up on camera. Начинает зарастать дыра прямо на камере, это видно. And in just a moment, it's brand new like a baby. И совершенно новая она стала через один момент. Absolutely true. Это истина.
When they pulled that camera out of my mother's mouth, когда они достали изо рта моей мамы эту камеру, guess what she said to me? Угадайте, что она сказала мне? My God, boy, what took you so long? Она сказала, что так долго это все заняло? That's what she said. Это то, что она сказала. That's pretty interesting, isn't it? Очень интересно, да? When the hole started growing up on film. И когда на камере начала срастаться эта дыра, the doctor started pushing a Polaroid camera to take pictures of it. Доктор начал джойстиком нажимать, чтобы происходила фотография, чтобы там можно было запечатлеть. I'll have to locate these pictures and put them where we can see them sometimes. И я даже могу показать эти фотографии. Pretty amazing. Это очень впечатляюще. Well, anyway. What? So God resurrects my mother again from the dead. Бог воскресил мою маму из мертвых. Just resurrected her. Воскресил ее. That's pretty wild. Это очень странно и дико. So the Lord came to me. Господь пришел ко мне. You don't understand this. I don't understand it either. Вы, может, это не поймете. Я тоже этого не понимаю. The Lord said it was my will to keep her the second time. Господь сказал, что это была его воля, то есть Bobby. Yeah, no, it was the Lord's Jesus. Will. It was the Lord's will to keep my mother the second time. Это была воля Господа, чтобы мама второй раз снова выжила, воскресла. But my prayers overrode His will. Чтобы она второй раз осталась с Богом, но воля Бобби повлияла на решение Бога. That's pretty wild. И это странно. It was my will to keep her the second time, but your prayers overrode my will. То есть это была моя воля, чтобы она была с Иисусом. Yeah. So he said. Он сказал. Okay. I said, Lord, I want to know how did my prayers override your will? Я спросил Иисус, как же моя молитва могла изменить твое решение? He said, that's the power of prayer. Он сказал, в этом есть сила молитвы. Do you remember in the Bible when the prophet was sent to a king and said, set your house in order, you're going to die and not live? Помните, как в Библии пророк пришел и сказал, что если ты наведи порядок в доме, или ты умрешь, то ты будешь умирать. The king turned his face to the wall and repented. Царь, он обратил свое лицо и покаялся. And God extended his life. И тогда Бог продлил его жизнь. So I said to the Lord, и я сказала Господу, how can I prove как я могу доказать, this is true? Что это правда? And he said, и он сказал, go ask the undertaker, the people that dealt with her body. Иди и спроси людей, которые уносили ее тело. So I said, okay. Я сказал, хорошо. So I go to the funeral home. Я подошел в похоронное отделение, бюро. And so I talked to the people that tended to my mother's body. И я поговорил с людьми, которые хоронили тело моей мамы. I said, was there anything strange concerning my mother's body? Я спросил, не заметили ли вы чего-то странного, что было в теле моей мамы, может быть, когда вы хоронили? The man turned white as a sheet. И этот мужчина, он стал белый, как просто лист бумаги. He started shaking. Он стал трястись. He said, I hoped you would never ask me. Он сказал, я так надеялся, что ты никогда меня этого не спросишь. He said, we've never seen anything like it. Он сказал, что мы такого никогда не видели. I said, tell me about it. Я попросил его рассказать об этом. He said, when we went to retrieve your mother's body, он сказал, что когда мы хотели закапывать тело твоей мамы, there was no body there. Там не было тела. Just an empty skin. Просто кожа. Just the empty skin. Пустая кожа. He said, the best I could describe it. Он сказал, что самое лучшее, как я могу это описать. It would be as if you'd filled a balloon full of water. Это если бы вы набрали шарик воду. And then let all the water out. И потом снова вылили воду. And all you had left was the empty balloon. И все, что у вас осталось, это вот пустой шарик воздушный. See, my mother had already been to heaven twice. Видите, моя мама уже дважды была на небесах. And you just long for heaven. И она так желала быть в небесах. While I'm talking to you, she's in heaven. И когда я говорю с вами, она сейчас в небесах. That's pretty wonderful, isn't it? Это здорово. I'll tell you how when she died and stayed dead. И знаете, когда она уже умерла и осталась мертвой. I was over here in Vienna, Austria, preaching.
Я был в Вене, в Австрии, и я проповедовал там. So I get back to the flat I was staying in. Поэтому я там вернулся в квартиру, где я ночевал. 2 a.m. in the morning. Это было где-то 2 ночи. I'm tired. Я очень устал. I sat down on the side of the bed. И я сидел на краю кровати. I'm going to pull my cowboy boots off. И я снял свои ковбойские ботинки. Jesus appeared right here. Иисус явился прямо рядом со мной. Bobby, I don't want you to go to sleep right now. И он сказал: Бобби, я не хочу, чтобы ты сейчас ложился спать. I said, Lord, I'm tired. Я говорю: Господь, я так устал. He said to me. Он сказал мне: I want you. Я хочу, чтобы ты знал. I'm carrying your mother home to be with me right now. Что я забираю твою маму к себе домой прямо сейчас. My mom was in Texas. А моя мама в это время была в Техасе, а я был в Вене, в Австрии. So he carried her home to be with him. И он забирал ее, чтобы она была дома с ним. They called one of my friends in Germany. И потом позвонил один из моих друзей. Он позвонил в Германию. He called the pastor. The pastor in Vienna, Austria. Он позвонил из Германии пастору в Вене. Oh, the pastor in Vienna, Austria. Пастор в Вене, в Австрии. Now he's got the chore of coming to tell me my mother's dead. Он теперь должен был прийти ко мне и сказать, что его мама умерла. He was a clinical psychologist. He and his wife both before they started pastoring. Он был клинический психолог и Clinical psychologist. Клинический психолог. His name is Peter Lutz. Его звали Питер Лутц. So Peter's got to come tell me my mother's dead. И Питер приходит ко мне сообщить о том, что моя мама умерла. I can feel him when he pulls the car in. И я услышал, как подъезжает его машина. I can feel him when he comes up the stairway. Я слышал, как он поднимается по ступенькам. Can you imagine how he must feel? Можете представить, как он должен был себя чувствовать в тот момент? He's got to tell me, Bobby, your mom's dead. Ему нужно было сказать: Бобби, твоя мама умерла. I look through the little keyhole. Я смотрю в скважину, в глазок. There's Peter. И там Питер стоит. I open the door. Открываю дверь. I said to Peter. И говорю Питеру. Oh, Peter, don't worry. О, Питер, не беспокойся. The Lord beat you here. Господь уже был здесь. My mother died last night. Моя мама умерла прошлой ночью. I thought he was going to shout. Я думал, что он будет кричать. Because he didn't have to tell me. Потому что ему не нужно было уже мне об этом сообщать. So I fly back to America. Я прилетел обратно в Америку. Preach my mother's funeral services. И я проповедовал на похоронах у моей мамы. Get back on a plane and come back and finish the conference. И снова садился на самолет и летел обратно в Австрию, чтобы закончить конференцию. So he still raises the dead. Но Бог до сих пор воскрешает мертвых. I'll tell you about a young man down in Austin, Texas. Я расскажу вам про молодого человека из Остина, Техас. First part of last year. Это было в начале прошлого года. His name's Cody. Его зовут Коди. I've known him for years. He was little, now he's big. Я знал его, когда он был маленький, но он сейчас вот так вырос. So here's Cody. He's just a young, you know, normal guy. И вот Коди, он такой молодой, обычный парень. He'd stopped at a little Fasco store, a little 7-Eleven store. Он работал в just a little grocery store. В маленьком магазинчике продуктовом. To run in and get some gum and something to drink. Он там продавал жвачки и что-то там, напитки. He comes out of the store. И он выходил из своего магазинчика. There's a whole bunch of people gathered over there. И там собралось очень много людей. Around some hedges and bushes. Возле кустов. A crowd of people gathered. So Cody goes over there to see what's wrong. Коди подошел посмотреть, что происходит там. Толпа людей, кусты рядом. A dead woman laying there. А там лежала мертвая женщина. Been dead, she's already cold and stiff. Она уже опять же замерла и была холодная. A lot of people are looking. И все люди они смотрели. Guess what the Lord said to Cody? И угадайте, что сказал Бог сделать Коди? Get down there and raise her up. Он сказал ей: опускайся, спустись к ней и воскреси ее. Cody says, I don't know how. Коди сказал: я не знаю, как это сделать. Jesus said, I do. Иисус сказал: а я знаю. Here's what Cody did. И вот что Коди сделал. He said, I got down there on my knees. Он сказал: я встал на свои колени. Said the woman's head was back like this. Голова женщины была отклонена назад вот так. He said she was already cold. Он сказал, что она уже была холодная.
He put his hand on her throat. Он положил свою руку на её горло. And started crying out, Jesus! И начал кричать: Иисус, Иисус! He got out about four Jesus. Он где-то 4 раза прокричал Иисус. She jumps up and starts coughing. Она вскакивает, начинает кашлять. People started running. Люди начали убегать. People started screaming. Люди начали орать, визжать. Cody said to me, I would have ran too. Cody сказал, я бы тоже убежал. But I was too weak to get up. Но мне было, я был слишком слаб, чтобы встать. And God resurrected this woman. И Бог воскресил эту женщину. That was down in Austin, Texas. Это было в Остине, в штате Техас. В прошлом году. Видите? Y'all know David Hogan? Do you know him? Вы знаете Дэвида Хогана? His ministry team, they've raised over 500 dead people. Его служение, его команда служителей 500 человек воскресила. That's in our lifetime. Это вот в наши дни. That's not just reading in the New Testament, that's in our lifetime. Это не просто как мы читаем Новый Завет, это в наши дни происходит. You go, no, Bobby. Он сказал, Бобби. What do I have to do? Что мне делать? Make sure you give Jesus the glory. Первое, что ты должен сделать, это воздать славу Иисусу. I suspect he would give us more power if he'd give him more glory. Я думаю, что он даст нам больше силы, если мы отдадим ему славу. Don't you think? Вы так тоже думаете? He will not give his kingdom to somebody who's going to take it away from him. Он не даст кому-то царство, кто его заберет себе. So. Поэтому. I know this. I wrote in the shepherd's rod. Я записал это в книге Жезл пастуха. God was going to release a fresh anointing for Christians to raise the dead. Что Бог, он высвобождает свежее помазание, чтобы воскресали люди. And that's coming to pass. И это происходит, исполняется. I talked to some people in that came out of John G. Lake's ministry years and years ago. Я разговаривал с людьми, которые соприкасались со служением Джон Джи Лейка. It was the last man that John G. Lake sent out. Это были последние люди, которые при жизни сталкивались с Джон Джи Лейком. His name was Kursky. Его имя этого мужчины было Kursky. Brother Kursky told me. И брат Kursky сказал мне. He said there was a day they were emptying every hospital wing. Он сказал, что был такой день, когда мы освободили все больницы, были пустые. Such a wonderful anointing. Это было такое помазание. And isn't that wonderful? Это прекрасно, да? And it lifted. It lifted off, that kind of anointed lifted off. И это помазание, оно поднялось. So I said to Brother Kursky. Я спросил брата Kursky. Why did it lift? Почему это помазание поднялось? Here's what he said. Вот что он сказал. We failed to give God glory for it. Потому что мы воздавали славу за это Богу. I don't want us to fall into that, do you? Почему это остановилось? Потому что мы не воздавали славу Богу. So when God does something, let's be careful to give him the praise. Поэтому если Бог делает что-то через нас, будьте уверены, что воздаете ему хвалу. You remember the example when Peter and them walked out and here was this paralyzed guy? Помните, когда Петр проходил мимо парализованного? Very paralyzed. Очень парализованного. And what does Peter say to him? И что Петр ему сказал? He says to him. Он сказал ему. Look at us. Смотри на нас. Ooh. So the guy thought he was going to get an offering. И этот мужчина, он подумал, что ему дадут подачку сейчас. What does Peter say? А что Петр сказал? Silver and gold I don't have. У меня нет серебра и золота. But what I do have, I give to you. Но что есть у меня, то даю тебе. In the name of Jesus, get up and walk. Во имя Иисуса, вставай и ходи. The Bible said immediately. И в Библии сказано, что сразу, мгновенно был исцелен этот парень. Он встал и начал скакать. И дальше написано, что все люди came running to Peter. Они прибежали к Петру. Looking at Peter. Смотрели на Петра. I love what Peter said. И мне очень нравится, что Петр тогда сказал. He said, "Why are you looking at us?" Он сказал, что вы на нас смотрите? It was not us that did this. Это не мы это сделали. We were simply a vessel. Мы просто сосуды. God is the one that did this. Бог это тот, кто это сделал. Oh, don't you love that? Вам нравится это? Watch this. Смотрите. He said to the hurting, desperate, "Look." Look at me. Он сказал отчаянному. Смотри, у меня есть что-то для тебя. And then when all the people tried to brag on Peter for what he did. И все люди хотели похвалить Петра за то, что он сделал. He said, "No, the glory belongs to God." Он сказал: "Нет, слава принадлежит Господу." That's a good object, isn't it? That's good. И это очень хорошо об этом говорить, так делать. All right. Хорошо. You say, "Well,
I've heard enough about dead people raising. Ви, наверное, сейчас скажете: "Ой, все достаточно, я наслушался о воскрешении из мертвых". If God will raise the physical dead, He'll raise the spiritual dead. Видите, если Бог воскрешает физически мертвых, Он воскресит и духовно мертвых. Every person without Jesus is spiritually dead. Каждый человек без Иисуса является духовно мертвым. What does it say? The wages of sin is dead. Что сказано, что воздаяние за грех — смерть? It says all have sinned and come short of the glory of God. Сказано, что все согрешили и отпали от славы Господа. So the wages of sin is death. И если награда воздаяние за смерть — это грех, за грех — смерть. The gift of God is eternal life. И тогда даром является вечная жизнь, даром от Бога. That's quite an exchange. Это такой интересный обмен. We give him our death. Мы даем ему свою смерть. He gives us his eternal life. Он дает нам свою вечную жизнь. Woo! That's the best bargain in town. Oh, это. Yeah, that's an exchange, isn't it? Это обмен. Isn't it Colossians 1:13? В Колоссянам 1:13. Yes. It says God takes us out of the kingdom of death and darkness. Сказано, что Бог вырвал нас из царства тьмы. Puts us into the kingdom of the light of His Son. И ввел нас в царство Его Сына, в царство света. Aren't you glad He still raises the spiritual dead? Вы рады, что Он до сих пор воскрешает духовно мертвых? I'm telling you. Да. You watch this, a mighty move of God's coming through Europe. Вы увидите могучее движение Бога, которое закроет Европу. A fresh wind. Свежий ветер. It's going to sweep across Europe and UK. Он пронесется над Европой и Соединенным Королевством. You're going to be part of it. Вы будете частью этого. You're going to start shining bright and bright. Вы начнете сиять ярче и ярче. People will be asking you, how do you live like this? Люди будут спрашивать вас, как вы так можете жить? You'll point them to Jesus. А вы укажете на Иисуса. Ah, you listen to some of the reports. Знаете, есть такие. All the nations are in an uproar. Что все нации кричат. Trouble everywhere. Ездят везде. Yes, all of that's true. Все это происходит. But Isaiah 60, verse 1. В Исаия 61 стихе написано. Arise, shine, for your light has come. Восстань, воссияй, так как свет твой пришел. And the glory of the Lord has risen upon you. И слава Господня восходит над тобой. Says deep, dense darkness will cover the nations. Сказано, что глубокая тьма она покрыла нации, народы. But the Lord's radiant light will be seen upon you. Но сияющий свет Бога осияет их. You're going to be real reapers for the kingdom. Вы будете жнецами для царства. I'm telling you, the next big move is soul winning. Вы знаете, что самое большое движение — это побеждать души для царства. Harvest. Это жатва. I mean it. Да, я это имею в виду. We were driving into the hotel. Мы ехали в отель. Yesterday. Вчера. We drove by a civic center, a big old building. И мы ехали вокруг большого концертного зала. I suppose they have rock stars and singers and stuff. Я думаю, там какие-то рок-звезды выступают. You know, it's a big old place. Там большое такое место, да? I'm expecting for us to do a conference there. Я хочу, чтобы мы, я ожидаю того, что мы будем там конференции делать. I'm expecting it to be so full of people. Я верю, что у нас будет настолько много людей. You can't get them in the place. Что вы не сможете их собрать в это место. That's what I'm expecting. Это то, чего я ожидаю. I'm expecting it to happen. Я ожидаю, что это будет происходить. We're moving into a day of salvation. Мы входим в день спасения. Yeah. You're going to see a lot of your family saved. Вы увидите, многие ваши семьи будут спасены. That's what it says in Acts 16. Это сказано в книге Деяний 16. You shall be saved in your whole house. Сказано, что ты будешь спасен и весь твой дом. That's not talking about your windows and chimney. Не сказано о твоих окнах. It's talking about everybody in your lineage line. А сказано о всех в твоей родословной. Here's a great verse about your lineage line. Вот хороший стих о родословных. About your children. О ваших детях. Do you want it? Хотите услышать его? Psalms 112, verse 2. Псалом 111, второй стих. That's right. Да. Let's see what it says. Давайте посмотрим, что там написано. Well, here's what it says. Вот что там написано. Psalms 112, verse 2. Псалом 111, второй стих. The offspring of the upright.
Потомки праведных will be mighty in the earth. Будут великими в земле. That means земле. Your children will be mighty in the earth. Это значит, что ваши дети будут могучими, сильными. Here's another verse about your children. Вот еще вам стих о ваших детях. Do you want it? Хотите? I could find it in the Bible. Могу найти это в Библии. It's Isaiah. Это Исаия. 44. Verse 3 and 4. Стихи 3 и 4. Here's what it says. Вот что там написано. I will pour water upon him that is thirsty. Я изолью воду на жаждущих. Floods upon dry ground. Напою сухую землю. I will pour my spirit on your descendants. Я изолью свой дух на твоих потомков. And they will. И они. Spring up like willows by a riverbank. Взрастут как на берегах реки. Yeah, was that right? Правда, spring up like willows by a riverbank. Watch this. Они будут как трава на лугу при потоках вод. When you are hungry and thirsty for God, видите, когда вы голодны и жаждете Бога, your children flourish. Тогда процветают ваши дети. That's what that verse says. Это то, о чем говорит этот стих. So when you're hungry and desperate for God, видите, когда вы голодны, когда вы отчаянны ради Иисуса, shows up in the children. Это будет отражаться на ваших детях. Isn't that wonderful? Это прекрасно. Did you know I'll be 73 years old this year. В этом году мне будет 73 года. I get to speak in the largest youth conferences in the world. А я говорю на огромнейших молодежных конференциях. 73. Мне 73. And I speak in the largest youth conferences in the world. И я говорю на самых больших конференциях для молодежи в мире. I'll tell you what those young people want to know. Two things. Знаете, что хотят узнать эти молодые люди? Это два аспекта. Они хотят знать. Is this book real? Реально ли эта книга? Настоящая ли она? And can I do it? И могу ли я жить так и делать это? Yes. Ответ да и да. It's real and you can do it. Это реально и ты можешь это делать. I was getting my sign. It says I'm supposed to be reserved. Oh, no. It says this seat is reserved. А здесь написано, что мое место зарезервировано для Бобби Коннора. You can tell I'm real reserved. Можно сказать, что да, я там забронирован, зарезервирован. Let's talk about that. You want to? Давайте поговорим об этом. Here's what the Lord told me. Вот что Господь сказал мне. He said, when you preach, Bobby, Он сказал, Бобби, когда ты проповедуешь, leave their head alone. Оставь уже свою голову. Don't try to give them information just in their head. Не пытайся вложить им информацию просто в головы. He said, when you preach to my people, когда ты проповедуешь моему народу, you take my seed, ты берешь мое семя and fling it in their heart. И вкидываешь в их сердца. And then here's what he said. И вот что он сказал. He said, "I'll guard the seed." Он сказал, что я буду произращать это семя. I'll keep the fowl of the air from stealing the seed. Я буду охранять, чтобы никто не украл это семя. I'll cause the seed to spring up. Я позволю ему взрасти. And bring fruit. И принести плод. That's how I preach. Это то, как я проповедую. I know if I throw it in. Я знаю, что если я посею это, God will guard it, Бог будет наблюдать за этим, and bring fruit. И это принесет плоды. So that's how we do. Это то, как that's я это делаю. We quote so many verses. Поэтому я цитирую стихи. That's why we talk like we do. Поэтому мы делаем это так, как мы делаем. We're not after your head. Я не собираюсь только работать с вашей головой. You know, logic. Знаете, логика. Human understanding, человеческое понимание, psychology, психология, sociology, социология. Who's got time for all of that? У кого вообще на это есть время? Why don't we just preach the gospel? Почему бы нам просто не проповедовать Евангелие и не говорить людям, что Иисус, he'll reap the harvest. Что он будет пожинать жатву и урожай. He said, if I be lifted up, I will draw all men unto me. Он сказал, что если Yeah, if I be lifted up, Jesus said, I'll draw all men to me, you know, to himself. Когда я вознесусь, я привлеку всех людей к себе. Did you know if I pull on your hair, it'll turn gold? Ты знаешь, что если я прикоснусь к твоим волосам, они станут золотыми? That's true. Да, правда. I can pull on hair, strands of hair, and it turns gold. Я вытягивал так волосы, они становились золотыми. You go, what? Что? It's true. Это правда.
people found out I could do that. Люди видели, как я это делал. I was in a civic center once. Я был в большом концертном зале однажды. Most of the time I never stand up here. И обычно я не стою на сцене. I walk around down there. Я обычно хожу между рядами. So I'm walking around in the civic center. И вот я как-то так ходил. There's a young lady sitting on the front. И молодая девушка, она сидела спереди. And I was playing. Я игрался. I grabbed her by the head. Я схватил ее за голову. And I said, "Why don't God turn your hair green?" И я сказал, Бог, сделай так, чтобы ее голова стала зеленой. So I let her go and started walking. И я ушел оттуда. People started screaming. Люди начали орать. Everywhere my hand was, her hair turned green. Там, где я прикоснулся к ее голове, ее волосы действительно стали зелеными. The Lord said to me, Господь сказал мне, "You better be careful." Лучше будь поаккуратнее с этим. Wow, pretty wow. Let me. I got one other verse, and it's a totally different thought. И вот совсем другая мысль, но у меня есть стих. But I want to give it to you. Я вам его вот дам. Do you want it? Хотите? Most people won't believe it, but you will. Большинство людей не верят в это, но вы поверите. I vow to you, it's in the Bible. И это находится в Библии. Here's what it says. Вот что там сказано. Make up your mind what you want. Думайте, что хотите. Tell God what that is. Пока. Tell God what that is. А скажите Богу, что это? And he'll get it for you. И он сделает это для вас, даст это вам. Yes. Да. Make up your mind what you want. Подумайте то, чего вы хотите. Tell God what that is. Скажите Богу, что это? And he will get it for you. И он это вам даст. Yep, that's in the Bible. Да, это в Библии. You go, it can't be in the Bible. Вы можете сказать, этого не может быть в Библии. Yes, it is. Но это есть. See. The Bible says we have not because we ask not. В Библии сказано, что мы не получаем, потому что не просим. So look at this verse. Посмотрите на этот стих. Can you see it right there? Можете вот это вот видеть? Можете видеть? It says, and you. Сказано и вы. Shall also decide and decree a thing. Если вы провозгласите и решите. And it, what you've decided and decreed. И то, что вы решили и провозгласили, будет исполнено для тебя. И свет Божьего благоволения или благословения воссияет над твоим путем. Это достаточно изумительно. Make up your mind what you want. Decide. Решите. Then decree to God what you've decided. Задумайте и скажите об этом Богу. And he said he will establish it for you. И сказано, что он сделает это для вас, исполнит это для вас. For example, 1 John 5:14. 1 Иоанна 5:14. That verse says. В этом стихе говорится. Look. О, смотрите. First John 5:14. 1 Иоанна 5:14. That verse says. В этом стихе говорится. This is the confidence that we have in Him. Что это уверенность или вера, которую мы имеем в Нем? If we ask Him anything according to His will, we know He hears us. Что если мы попросим все что-либо согласно Его воле, то Он услышит нас. If we know He hears us. И если мы знаем, кто нас слышит. We are totally confident we're going to get what we're asking. Тогда мы точно будем, если мы знаем точно, что Он слышит, то мы знаем, что мы это получим. Remember Mark 11:23-4. Помните Марка 11. Yeah, Mark 11:23-24. 11:23-24. That's where Jesus said, "You can say to a mountain, 'Not doubt in your heart, you'll have whatever you say.'" Сказано, что если ты скажешь этой горе и не усомнишься в сердце твоем, сдвинуться она сдвинется. You can say to the mountain, "Get up, go get in the ocean." Вы можете сказать этой горе, поднимись и будь спрыгни в океан. And Jesus said that would happen. И Иисус сказал, что это произойдет. Wow. Wow. Pretty amazing. Достаточно удивительно. I want to leave that with you. Я хочу так жить вместе с вами. Это что-то, это что-то. The power of proclamation. Это сила провозглашения. Wow. Wow. We've got to learn prayer is very powerful. Нам нужно понять и научиться тому, что молитва очень сильная. God never intended prayer to be a monologue. И Бог никогда не задумывал так, что молитва должна быть монологом. What is a monologue? Что такое монолог? What is a monologue? Что такое монолог?
one person talking. Это когда говорит один человек. God said, I don't want prayer to be like that. Бог сказал, я не хочу, чтобы молитва была вот такой. I want prayer to be a dialogue. Он сказал, что молитва должна быть диалогом. Jeremiah 33, verse 3. Иеремии 33, 3 стих. He said, call unto me. Сказано, воззови ко мне. I will answer you. Я отвечу тебе. I will show you. Я покажу тебе. I will reveal to you. Я открою тебе. Great and mighty things. Великое и недоступное. Which you have no comprehension of. Недоступное то, чего ты не понимаешь. Wow. See, if you'll call, he'll answer. Видите, если вы взываете, он отвечает. If you'll seek, you'll find. Если вы ищете, вы найдете. Yeah. Да. If God does it for one, he can do it for everyone. Если Бог делает это для одного человека, то он и для нас это сделает. I want us to be more bold in our prayer. Я хочу, чтобы мы были более дерзновенными в своих молитвах. Yeah, more confident. Да, более твёрдыми, уверенными. It'll turn prayer from a plea to a proclamation. И нам нужно изменить свои молитвы из просьбы в провозглашение. It'll move us from, oh God, could you do this? Чтобы мы больше не просили так, о Бог, можешь ли ты это сделать? To God, you said. Чтобы это стало выглядело так, о Господь, ты сказал. We need to be bolder in our prayer. Нам нужно быть более смелыми и дерзновенными в своих молитвах. Did you know there's examples in the Bible? Знаете, что есть этому примеры в Библии? That Jesus seems to say to us. Что Иисус, кажется, говорит нам. You can push into God. Вы можете попросить Бога настойчиво. And get more than he intended to give you. И вы получите больше, чем он даже намеревался вам дать. Remember the unrighteous judge Jesus talked about? Помните о неправедном судье, о котором говорил Бог? The little widow woman. К которому приходила женщина. She pestered the judge. И она просто его донималась. Yes. I'm thinking about pulling your hair. Я все еще думаю, как бы вытянуть у тебя волос. Yes. Can I tell you how that happened? Хотите, расскажу, как это произошло? I was in the Civic Center in Juneau, Alaska. Я был в Аляске, и там был большой концертный зал. People everywhere. Люди были везде. I had a young lady up there on the front, up standing with me there. И со мной рядом стояла молодая девушка. So here we, she said, and I'm talking. Я говорил. But I'm rubbing her on the head like this. И так вот рукой махал над ее головой. My whole theme was God was going to touch the young people in a special way. И послание, которое я хотел сказать, что Господь коснется молодых людей по-особенному. All of a sudden, my hand wouldn't slide anymore on her hair. И внезапно я уже там не трогал ее. And I looked, and her hair was sticking straight out. Я посмотрела, ее волосы вот так вот отстали от головы. It had turned into gold wire. И они стали такими проволоками золотыми. И можно было вот так их гнуть, сгибать. И они оставались в такой форме. И они были сияющим золотом. Поэтому я сказала этой девушке, You didn't put anything on your hair, did you? Ты же ничего со своей прической не делала. Her mother stands up. Ее мама поднялась. And she screamed. И она начала кричать. I swear to God, we didn't. Клянусь, мы ничего не делали с ее волосами. I said, okay, I believe you. Я сказала, ну хорошо, верю. But that was really something. Это было что-то. So then I had a gift I could touch girls' hair. Поэтому, когда я прикасаюсь к волосам у девушек, the strands would turn gold. Их волосы становятся золотыми. I said, God, why? Я спросил, Бог, почему? Gold talks about glory. Золото обозначает или говорит о славе. Hair talks about covering. А волосы говорят о покрытии. So God was speaking, I'm going to put a glory and a covering over the young ladies. Поэтому Господь говорит о том, что Он сделает свое золотое покрытие защиты над девушками. Yeah, that's wonderful, isn't it? Слава, покрытие славы. Do you like these? You can have one, but you know it's kind of hard to talk with them. Okay, good. Hey, you heard about that young preacher? Вы слышали о молодом проповеднике? He used to preach on television. Он проповедовал на телевидении. So he didn't want to keep on looking at his watch. И он не переставал смотреть на свои часы. He figured out if he put a throat lozenge in,
he put one of these in his mouth, a throat lozenge. И он положил себе тоже такую конфетку в рот. He could speak about 28 minutes. И он где-то 28 минут говорил. And it would dissolve. И она растворялась там уже. And he didn't know it's about time to cut his program off. И тогда он знал, что когда растворилась конфетка, то значит нужно заканчивать передачу. So one time he popped one in. И однажды он одну так закинул. He's preaching. Проповедует. Spit it out and it was a button. Выплёвывает, и там была пуговица. Yeah. I know. Some of you think I've lost some buttons. That's what you think. Думает, что я потерял тут свою же пуговицу. I'll give you one other example about the Bible, okay? Я вам расскажу один пример из Библии. There was this young preacher. Молодой проповедник. He was pretty timid. Он был так запуган. And he was just getting started. Он только вот начинал. And he'd get up to preach. Он проповедовал. And he'd get all wound up. He'd get all excited. Он был так рад этому. And he would say, "The Bible says." И он говорил постоянно, Библия говорит. Oh, he had a heckler in the crowd. И знаете, в толпе. A big old heckler, a guy that didn't. Yeah. В толпе были те, кто не верили ему. A mocker. Кто-то, кто их его осуждал. When the young preacher said, "And the Bible says." И когда молодой этот проповедник сказал, "Так Библия говорит." The heckler would say real loud. И этот мужчина неверующий. I don't believe a word of that. Я не верю ни единому слову. Oh, get the young preacher excited. И этот молодой проповедник. Knock him off of his message. Так немножко его выбило из его послания. Pretty soon he'd get back. Но через какое-то время снова проповедник говорит, "Ой, Библия говорит." The heckler again. И снова этот мужчина. I don't believe a word of that. Я не верю ни единому слову. Finally, the young preacher had all that he wanted. И в конце концов этот молодой. So he says to the heckler, "Sir, would you come?" Молодой человек сказал, "Сэр, вы могли бы подойти сюда вперед?" He was happy to come. И он, конечно, хотел подойти. Here he comes down the front aisle. И вот он подходит вперед. Comes walking right down here. Подошел вот прям как сюда. So the young preacher said. И молодой проповедник сказал. Sir. Sir, if I could get you to believe in one word in the Bible, would you believe the rest of them? Если я вам дам подтверждение и вы поверите хоть в одно слово Библии, вы поверите во все остальные слова? The guy said, Yeah, I guess I would. И парень сказал, да, если я в одно слово поверю, то и во все поверю. He said, Come a little closer. Он сказал, подойди-ка ближе. So the guy. И этот парень подходит. The little preacher reached out with his fingers. И этот проповедник притягивает свой. He grabbed the guy by the nose. Свою руку и хватает его за нос. He twisted this way. И так начинает его крутить. This way. И так, и так. He let it go. И потом отпускает его. Blood shot everywhere. И там была кровь вообще, он его так накрутил. Then the preacher quoted the verse. И тогда этот проповедник процитировал место Писания. Притчи 30. Yes, Proverbs 30, verse 33 says, "As sure as the churning of the milk brings forth butter, the wringing of the nose brings forth blood." Сказано, что если взбивать долго молоко, то получится масло, и если. Если крутить нос, то потечет кровь. You know the Bible, you can do things. Вы должны знать Библию, тогда вы можете делать вот такие вещи. You believe? That's true. Верите, это правда. So. Поэтому. We've got services tomorrow. У нас завтра еще служение есть. I want you to come. Я хочу, чтобы вы пришли. We're going to talk about an anointing. Мы будем говорить о помазании. How to receive the anointing? Как принять, получить помазание? We need to pray for the people to get the anointing. Нам нужно молиться за людей, чтобы они получали помазание. Maybe we can engineer a time where we could have a prayer tunnel. Может быть, мы сделаем такой туннель молитвы. Oh, that's good. When they come by and get prayed for. Это будет классно, когда люди будут подходить и получать молитву, они будут падать. Yeah. When I first started coming to Germany, когда первый раз начал приезжать в Германию, first started coming to Russia, когда первый раз приезжал в Россию, we would go into Moscow. Мы были в Москве. Oh my, they would lease up these big opera rooms. Они снимали там большое здание оперы. Beautiful rooms. Там очень красивые залы были. The Russians would come by the thousands. А русские приходили просто тысячами. And they were so hungry. Они были настолько голодны.
I'd move my hand like this, что я вот так рукой проводил, and a whole section, maybe twice this big, would just fall out. И вся вот эта секция, все падали люди. It was wild. Это было что-то дикое. So I believe that's going to happen when we have the fire tunnel. И я верю, что когда у нас будет вот этот туннель огня, это будет происходить. You'll receive anointing. Вы получите помазание. The pastors will figure out how to do it. А пасторы там решат, как это все сделать. But it'll work. Но это сработает. That'll be good. Это будет хорошо. Yeah, but I want to pray for you right now. Но я хотел бы также помолиться за вас сейчас. I want to pray a prayer in Ephesians 1:17-18. Я хочу помолиться за вас молитвой из 1 Ефесянам 17. That one says. И там сказано. I pray that the eyes of your heart. Я молюсь о том, чтобы глаза вашего сердца would be flooded with revelatory light. Были заполнены светом откровения. You'll have a grasp and a comprehension of the ways of God. И чтобы вы поняли пути Бога. Do you want that? Хотите этого? That the eyes of your heart flooded with light. Чтобы глаза вашего сердца заполнились светом. Father, in the name of Jesus. Отец, во имя Иисуса, I pray all over all of these people. Я молюсь за этих всех людей. In this room and those that watch by the internet. В этом зале и тех, кто смотрит через интернет. Lord, flood their heart with revelatory light. Господь, затопи их сердца светом откровения. Give them a grasp and a comprehension of the ways of God. Дай им понимание путей Бога. I see a verse right now appearing. Я вижу, как появляется сейчас стих. It's Matthew 13:16-17. It says, "Blessed are your eyes, for they see." Сказано, что благословенны ваши глаза, потому что они увидели. Blessed are your ears, for they hear. Благословенны ваши уши, потому что они слышат. Many long to see what you see. Очень многие хотели бы Many deeply desire to hear what you hear. Увидеть то, что вы видите, и услышать то, что But вы слышите. To them it was not permitted. Но для них это было запрещено. Say this with me out loud. Скажите это со мной в голос вместе. I have blessed ears. У меня благословенные уши. I have blessed eyes. У меня благословенные глаза. That's what you need to start declaring. Это то, что вам необходимо начать провозглашать. I can see in the spirit and I can hear in the spirit. Я могу видеть в духе, я могу слышать в духе. That's true. Это правда. Yeah, Lord, do that. Господь, сделай это. Spiritual perception. Мы хотим это spiritual perception. Восприятие духовное. Ears to hear. Чтобы глаза видели и уши слышали. I see angels moving around. Я вижу, ангелы двигаются. Ooh, I'm glad they're here. И я так рад, что они здесь. Psalms 91:11 says they encamp around about those. Псалом 91:11 сказано, что они окружают тех, that worship and serve the Lord. Кто поклоняются и служат Богу. Psalms 34 talks about that. Psalms 37. Псалом 36 говорит об этом. Don't you want the angelic help? Вы хотите ангельское? Yeah, I want God's help, don't you? Мы хотим ангельскую помощь и поддержку. Yeah. Да. So, Lord, open their eyes to see into the spirit realm. Господь, открой глаза, чтобы они видели духовный мир. I pray over them, 2 Kings 6:16-17. Я молюсь о них. Второе царство, четвертое царство. The prophet prayed for the young man that he could open his eyes and see. Когда пророк молился за молодого человека, чтобы он его глаза видели. He saw all the host of heaven. И он увидел все эти воинства небесные. They're here to help us. И они здесь для того, чтобы помогать нам. The same help they have, we have. The same help they had, we have. Ту же помощь, которую они имели, имеем и мы сейчас. Okay. Well, in this moment you can get healed. В этом сейчас вот прямо вы получаете исцеление. I curse cancer in the name of Jesus. Я проклинаю рак во имя Иисуса. I command cancer to swivel, dissipate, and disappear. Я провозглашаю, чтобы он свернулся и растворился. I say God will do to cancer exactly what he did to the fig tree. He cursed it and it swiveled up. Бог сделает то же самое с раком, что он сделал с фиговым деревом, когда оно не принесло плода. Оно засохло. Мы благодарны тебе, Иисус. Thank you, Lord Jesus. Спасибо, Господь Иисус. I bind a crippling spirit. Я связываю дух хромоты и те, кто калеки. I break its power in the name of Jesus. Я сломываю эту такую силу во имя Иисуса. I say that you'll be fluid and mobile. You'll be
И я говорю, что вы будете двигаться, и у вас все будет подвижно. Thank the Lord. Поблагодарите Господа. Good. I see blood disorder being healed. Я вижу, как исцеляются проблемы и болезни с кровью. AIDS. СПИД. All kind of blood disorder. И другие нарушения в крови. Лейкемия. Lord, we speak healing to the blood. Бог, мы говорим исцеление в кровь. The blood will be strong and healthy. Чтобы кровь была сильная и здоровая. Lord, we thank you. Господь, мы благодарим тебя. The Bible said, send your word and heal. Библия говорит, пошли свое слово, и пусть оно исцелит. So I believe he'll do that. Я верю, что он будет делать это. I believe someone is going to come out of a coma. Я верю, что кто-то выйдет из комы. I believe somebody is on a machine and they're in a deep coma. Я вижу, что кто-то подсоединен к аппаратам и находится в глубокой коме. Lord, I speak that you will awaken this person. Бог, я говорю, чтобы ты пробудил этого человека. They'll come out of a deep slumber. Чтобы он встал из своей дремоты. There'll be no residual problems. Чтобы не было никаких проблем с восстановлением. Their mind will work correctly. Чтобы его разум работал правильно. Their body will function. Чтобы тело функционировало. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Thank you, Lord. Спасибо, Господь. Don't ever give up on anybody. Никогда не сдавайтесь насчет какого-то человека. I'm telling you, it's never too late. Знаете, никогда не может быть поздно. Don't give up. Не сдавайтесь. Okay? Хорошо? You're going to see a lot of your friends and family get saved. Вы увидите очень много своих друзей и семей спасенными. I see an angel of deliverance here to break off alcoholism. Я вижу ангела освобождения, который освобождает людей от алкоголизма. I'm telling you, there's an angel here. Есть ангел здесь. And he's unpleased, unsheathing a sword. И он достает, обнажает свой меч. And he's going after addiction. И он восстает против зависимости. Any kind of addiction, drug, alcohol. Любой зависимости, наркотической, алкоголя. I see his sword wheeling around like this. Я вижу, что его меч вот так вот он двигается. On the sword is Isaiah 61 verse 1. И на мече написано Исаия 61 первый стих. The Spirit of the Lord is upon me. He's anointed me to set captives free. Дух Господа на мне, он помазал меня освобождать пленных. Watch this. Watch captives go free. Смотрите, как пленные будут освобождаться. We set captives free from addiction. Мы освобождаем пленных от их зависимостей. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. Isn't that something? Это что-то. Ooh, that's wonderful. Это прекрасно. I like that, don't you? Мне это нравится. Say freedom. Скажите свобода. Yes, yes. Да, да. It says, whom the Son sets free is free indeed. Кого Сын освободил, тот истинно свободен. Yes. Да. Well. Да. Good. Okay, so. I don't know how to close the thing. All Не I know is the angel's закончить, here. Но ангелы здесь. And he's whirling a sword around. И он машет своим мечом. And he's cutting away addictions. И он отрезает все зависимости. Cutting off chains. Он разрезает цепи. No more bondage. Нет больше оков. No more bondage. Нет больше оков. Yeah, that's right. Okay. Хорошо. Feels good, doesn't it?